Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем прокачивать слона Фрэнка прекрасного, вот такого вот, на 14 уровень. Кстати, ребятки, есть у меня один небольшой инсайдик для вас по поводу монет за сундучки. Я скажу так, возможно, все будет плохо. Да, оптимистично очень вас обрадовал, наверное, но это пока что возможно. Возможно, все будет хорошо, возможно, все будет плохо. Ну блин, если разраб оставит эти 500 монет за серебряный сундук, это все, это конец. Я сейчас недавно, кстати, видел, сколько выпадает за золотой, сколько выпадает за легендарный сундук. Ну, в 5 раз порезали. Тихо где-то так, за легендарный сундук монет теперь падает в 5 раз меньше, чем падало раньше. Как вам такая штука прекрасная? Нравится? Нравится. Ну, это просто нечто. Представьте. Чтобы теперь собрать себе четвертый слот, да, открыть, кстати, 1500 хп, ничего себе. Чтобы открыть четвертый слот, к примеру, на персонажа любого, вам помимо того, что нужно будет прокачать 14 уровень, как вы заметили, да, прекрасный, потом нужно будет прокачать две ячейки еще по 30 тысяч, да, 30, 25, 55 тысяч, и 120 тысяч за эту штучку. Чтобы вы понимали, 120 тысяч будет у вас собираться, если у вас фулл персонажа, там, ну пусть их будет 24. Я что-то считал, там... То ли месяца 3, то ли месяца 4, ну короче, нет, стоп, там около 10 недель, в общем, будет собираться, или 20, короче, дофига очень по месяцам получается, и оно того не стоит. Один слот открывать несколько месяцев, это очень много, это реально перебор, если такую систему оставят по наградам за сундуки, ну это все, это конец, экономики будет опять, на самом деле это очень плохо, прям капец, ну что поделать, такая у нас будет интересная игра, ну надеюсь, разрабы что-нибудь придумают. Но если они так это все не оставят. Мы сегодня поиграем в командных боях. Слон Фрэнк, как говорится, готов. 14 левел. Характеристики давайте выглянем, а то я не посмотрел. И атрибуты забыл распределить. Ну вот это я гений, конечно. Так, ну тут я все прокачал. Атрибуты. Дали мне атрибут на копье. Конечно, берем дальность. Отбрасывание на копье круговом. Офигеть. Вот это самое нужное, да? И дали гранатку. Берем, конечно, радиус, чтобы больше покрыть. И характеристики. Почти 12 тысяч хп. Буквально 310 хпшки не хватило. И... 6400 урон. Кстати, заметьте, у слона Фрэнка на 14 уровне подвижность меньше, чем у бегемота на первом. Прикольно? Прикольно. Реально прикольно. Вопрос только, что бегемоту с этой подвижностью делать, как ее превратить в урон, это пока что непонятно. Но, надеюсь, в будущем мы с бегемотом разберемся, и он хотя бы будет средненький. Но пока что, мне кажется, он самый слабый персонаж в нашей игре. Два слона. О-о-о, все. Это капец. Еще и брюс 10. Ну. Ну, я фламинго резать не буду, но это капец. Ну, вы посмотрите на это. Шестой уровень фламинго забрал легендарную гранату. Шестой уровень. Понимаете, шестой уровень фламинго. Собрал легендарную гранату у меня. Офигеть. Как вам? Собрал легендарную гранату. Домой. Никсик, домой. Блин, у меня кадешка еще. Ну и что мне делать с шестым уровнем фламинго? Офигеть, ну просто слов нет. Ой. Домой. Кстати, слоник играет с сандалиями святого. Тоже достаточно частое явление. Домой. Ну просто слоны, ёпта. Бандиты, бандиты. Ко мне сюда. На базу. Блин, дали воду, зашел. И отменить не могу, офигеть. Офигеть. Это забагался немножечко. Еще и напился. Жирный слон. А что, мы все уже победили, да? Сила, мощь. Ох, как больно. Как не больно, а? Смотри, а? Душат, душат. Бобер здесь пришел, душитель. Да, 2-8. А ну иди сюда. И что ты мне сделаешь? Давай. Домой, ребятки, вы чё, офигели? На слона быкуете, да? Боже, посмотрите, это просто два слона. Два.
А таких 5 можно сделать. Просто не командная имба. Не имба. Жесткие слоны, что могу сказать. Не, не притянулся. Повезло, повезло. Ладно, давайте играть командно. Пофиг на этого фламинго, который играет соло. Опа, бобер, ты что, офигел? А почему он не притянулся? Вы вы это видите? Он просто не притянулся. Меня опять забагало, стоит. Офигеть. Бобер просто не притянулся дважды. Причем я стоял достаточно близко. Ну, там доставал радиус до бобра, когда я его тягал. Странно, очень странно. Опять же, два слона имба просто лютые. Одного в бою уже проблема серьезная для противников. А если два, это прям колоссальная проблема. Да, фламинго очень полезен был, да. Легендарную гранату забрал, молодец. Молодец, просто лучший. Да. Вот в этом минус командных боев, конечно. Опять же, кнопочку забанить и все, и нет никаких проблем. Да, если бы она была. Вот реально, какую-то кнопочку. 15-й Брюс. О, еще и баг 11-й, как хорошо. Блин. А чё так? Я как бы на 1100 рейтинга только. Как бы. Это даже не 1200. 15 левела попадаются. В общем, ребятки, пока что все-таки по сундукам не советую открывать. Потерпите хотя бы там до следующих... Ну, до следующей среды, наверное. Советую потерпеть. Возможно, разрабы все-таки передумают. Возможно, это все-таки баг. Я так надеюсь очень сильно. И все будет у нас хорошо. Потому что, ну, если по-другому экономика будет, ну, это капец. Ну, реально, ну... 3 месяца собирать там... Да нет, там даже больше было. Я что-то считал, то ли 10, то ли 12 недель было. Вот реально. А это ж прям капец, какие цифры. 10-12 недель. Ну, это реально 3-4 месяца. А 3-4 месяца это капец. У нас Брюс. Так, воды попьем сейчас немного. Отхилимся. Ну, у нас команда, видите, немножко наверх ушла. Ладно, пусть будет, значит, тут. Если они хотят быть тут, значит, будут тут. Минус один Никс. У меня с двух сторон душат сейчас сквады. Тут 14-й у нас... Лев, надо захилиться сейчас срочно. Не могу, меня жираф немножко напрягает. Очень сильно даже напрягает, я бы сказал. Надо все-таки Никса резать, кем бы он там ни был. Почему-то бочку не могу потянуть. Очень странно, на самом деле, из-за этого ситуация работает. Ну, вопа я уже не притяну, надо просто отхилиться. Капец, гляньте, как бобер дамажит. А это очень низкий бобер по уровню, если что, был. Очень низкий. Прям капец, какой слабый бобер по уровню был. И они нас, ну... И он видели, как меня продамажил. Прям очень странно. Такое ощущение, что это баги какие-то в игре, которые почему-то увеличивают урон. Там 7-й уровень бобер был, 7-й. Я слон 14-й, он мне даже одну полосочку не мог бы снести луком своим. А он мне снес половину, я видел, там как просто ушло. Ну что это за бред? Ох, типичная зуба. Вот какой-то у них баланс очень странный. Вроде бы наоборот, там, встречаешься с высокими уровнями, но не специально балансят так, чтобы тебя низкие уровни пробивали. В чем логика, непонятно. Зачем тогда уровень качать? Ну, в общем, странные вещи. То есть, встречаешься с уровнем, на тем, например, на 3 уровня ниже тебя, окей, изи победа. Встречаешься с уровнем на 7 ниже тебя, блин, ну это напряг, он тебе пол хп одним выстрелом сносит. Что это за бред? Что? Что? Ну, пусть берет, пофиг. Ну, акул. А, там Никс сел, да. Понимаете, даже... Просто Никс, просто, ребятки, Никс, да, который пришел, увидел и забрал у бака легендарную гранатку в конце. Это ни на что не влияло, но ему нужно было забрать, понимаете? Ну, ему нужно. Это же Никс 6 уровня, да? Опять же, нету багов у нас с ивентами, как обычно. Ну чё, погнали в третий бой. Мне нравится, командные бои прям заходят. Ну, для слоника заходят, да. Он жесткий. Особенно, когда два слоника. А у тебя проблема. Хотя 10-й баг, 10-й Брюс и... Не, ну нормально.
под этих ребят у меня как раз будет все красиво. Конечно, под них, по нас, нам бы еще Никса или Хамелеона. В идеале, конечно, был бы Никс. Хотя нет, Хамелеон притягивает. Ну, не знаю, кто-нибудь из них, типа, чтобы аптечки лутал. Потому что наша связка будет тяжело аптечки лутать. Очень. У нас там ребята любят лутаться, я смотрю. Бобра убили. А что это самое тут устроили, а? Ты что, Никс, офигел? Видали, чуть нашего одного не убили? Офигеть. Как так? Что с нашей командой? Куда они побежали? А залутаться? А поконтролить умерших, а? Что за дела? Все, играем. Отлично. Лут у нас, конечно, фиговый. Нам бы в музей сбегать. Вряд ли они согласятся. Ну, давайте хотя бы я попробую сбегать в музей. Может быть... Блин, нельзя отпускать команду. Ну, попробую намекнуть. Зря я сейчас это делаю, чувствую. Ой, чувствую зря, ой, чувствую зря. Что там, лук? Ну ладно. Лук там из наших никому не нужен. Вот, видите, ошибку сделал, убежал далеко от команды. Теперь они там ничего не смогут сделать. Сейчас потеряем Брюса 10 уровня. Как бы Брюс это часть победы. Ну, там ребята вроде задефали. Все, молодцы. Надеюсь, они меня простят за мою оплошность. Пингвина задушили, теперь он ничего не сможет сделать. Я поставлю стенку. Резну сейчас всех. Так, аптечки надо залутать красиво. Ну блин, как же баг дамажит. Просто это ярость бешеная, это невероятно. Он гранаты кидает быстрее, чем они у него кадешатся. Просто зверь. Нельзя было давать сейчас возможность. Бак очень серьезно себя ведет. Очень дерзко. Если моя команда ввела себя немножко по-другому, просто дебилы в команде. Ну вот слов нету, ну по-другому их не назвать, ну реально. То есть они идут и умирают, понимаете? Идут на бака и умирают. Все четыре сверхразума в команде просто пошли на бака и умерли. Ну вот за что? Ну почему нельзя было постоять, залутать аптечки? Там, не знаю, стан в бакаке. Ну, короче, что-нибудь адекватное там купить. Они просто шли, умирали. У меня просто нет слов. У меня как, ну как? Ай, какие же бесполезные, какие же бесполезные. Зато легендарный дроп они лутают в первую очередь. Ну да ладно. То не проблема, давайте еще один командный боец катаем, так сказать. Завершим прекрасное действие. Ну, это же, кстати, вот видели, в прошлой команде у меня была команда кофелюбов. Там был Брюс с кофем, Бах с кофем. Еще кто-то был с кофем, не помню кто. В общем, любители кофека, как говорится, да? Вот как они играют, ребят. В принципе, вы сами все видите. Опять же, очередное подтверждение этих игроков. Ихнего уровня игры. Сами понимаете, кто это и что это. Особенно, когда Ник с кофем, да? Это апогей. Или Джейд с кофем. Тоже веселая затея. Это же очень нужно. Вот так вот побегать, полутать ботов, а потом... Умереть от бака, просто который тебя одной тычкой убил. Да, зато полезно, зато кофе у них. Кофе, да, это хорошо. Кофе это сила. Сила, мощь. Кофе, машина. Так, меня сейчас тут убьют. Я, правда, хилюсь, конечно, как могу. Но меня сейчас просто засосут. Что с моей командой? Вот я не понимаю. Ну вот, что они делают? Они тут кого-то убивают, да? А можно как-то это самое... Делать это адекватно, не? Какая команда? То ли они бота убили? Я не понимаю, они кого-то там реально просто убили и ждали, да? Одного какого-то нубасика. Я тут почти сквад развалил, они там... Они не выйдут сюда. Это сто пудов, сейчас я их вытяну оттуда. Кенгурушник красиво, кстати. Почти резнул. Ну хотя бы они тактику знают, гляньте, видите, ждут, не убегают никуда. Ну кроме Никса, конечно, неадеквата. Он-то сразу убежал, что им. Похилимся, попьем водички, побахаем немножко. Фух, лут плохой, все плохое, не знаю, как будем побеждать. Шансов практически нет, если там сильный сквад будет, то будут проблемы, серьезно. Но опять же, все зависит от меня. Ну и от моих сокомандников прекрасных, которые, надеюсь, что-нибудь смогут сделать прекрасное, чтобы мы победили. А может, и не смогут.
Блин, не получилось. Хотел притянуть на воду, короче, их тут развалить, но не зашло, не портануло. Ну вот, кстати, немного получилось, Шейд. Поставим капканчик красивый. Мереснем Никса. У меня сил не хватит, да, чтобы всех победить? Скорее всего, нет. У них слишком много ДПСа, понимаете? Вот на Джейд у них слишком много ДПСа. Мне не хватит ДПСа, чтобы все это развалить, к сожалению. Потому что, во-первых, у моей команды дефибрилляторов, как видели, очень было мало. Пингвин умер в ближнем бою. Бак умер, а Джейд тоже в ближнем бою. Бак. Я понимаю, конечно, 15-я Джейд, 12-я Джейд. Сила, мощь, дела. 13-я даже. Ну, там, короче, просто ребятки были посильнее. По ДПСу я не мог себе это позволить развалить. Они слишком быстро убегают. Все такое. Ну, видимо, не судьба сегодня взять 1200 рейга на слоне. Хоть и слон и прекрасная имбища, которая способна разваливать все, что можно. Но команда... это команда. Все, ребят, на этом закончим. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Ждем новостей по поводу монет. Надеюсь, они будут позитивные. Не хочется вот эту систему по 500 монет серебряного сундука, но это просто ужас. У меня слов нету. Все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.